Директор дорожно-мостового ремонтно-строительного управления Читы Алексей Котов, которого задержали 19 апреля, подозревается в получении «Лексуса» в качестве взятки за заключение договора поставки оборудования на 55 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Забайкальскому краю. Следователи 2-го отдела по расследованию особо важных дел регионального следкома задержали Котова по подозрению в совершении преступления на 48 часов. В служебном кабинете Котова, а также в его квартире проведены обыски. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки регионального управления ФСБ. В ближайшее время Котову будет предъявлено обвинение, следователи решат вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.